Добрый день, друзья! С вами Наталья Стародубцева, и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим свотчи на новые карандаши для губ серии The One. То есть они у нас обновились, и появились новые карандаши как раз-таки в 12-м каталоге. Вот так они выглядят на странице каталога, страница 13-я, написана «Новинка», и палитра из 10 карандашей также подходит для кремовой губной помады, которая у нас представлена в этом же каталоге. Новиночка с глянцевым финишем. И как раз они идеально для этой помады подходят. Вот они, видите, как раз таки к этой помаде и указан код карандаша, который прям идеально подходит. Ну, конечно же, эти же карандаши можно использовать для любой губной помады, подбирая цвет и подходящий к тону губной помады. Это также и Giordani Gold, и Uncolor. То есть любые подойдут. Карандаши абсолютно универсальные. Ну вот просто, чтобы совсем не путаться и легко подобрать, когда покупаешь из каталога, смотришь губную помаду, и здесь вот с краешка показано, какие цвета карандаша идеально подходят именно для этого тона. Свотчи на губную помаду 10 оттенков. Смотрите, сейчас подсказки. Они у меня есть, чтобы подобрать. И сейчас мы с вами посмотрим свотчи на как раз вот эти карандаши. Высокопигментированные карандаши, стойкие. Содержит причем гиалуроновую кислоту, которая еще и дополнительно увлажняет наши губы, то есть контур губ не будет сухим. Это большой плюс, то есть они ухаживающие компоненты содержат. Легко скользят по контуру губ и идеально получается у нас контур на губах. Давайте посмотрим 10 оттеночков. Вот так карандашики выглядят. Вот у меня 10 их здесь, 10 новиночек. И я сейчас их переверну, чтобы... хотя не буду переворачивать, так они пусть лежат. Смотрите, в чем отличие карандашиков? Сейчас очень стало удобно в новиночке. То есть берем карандаш и сразу видим, какого цвета грифель. Если сравнить с предыдущей серией, вот у меня, например, была серия также The One карандашики. Видите, как сразу они отличаются. То есть вот этот нужно было либо открыть карандашик и посмотреть, да, какой же цвет грифеля у карандаша, чтобы подобрать себе под помаду. Либо перевернуть вот таким образом карандаш и посмотреть, ага, подходит или не подходит цвет к губной помаде. Было не совсем удобно, и сейчас в новинке мне вот особенно понравилось, что вот этот цвет, который в грифеле, он как раз-таки идет на самом карандашике. Он также выкручивается, карандашик, вот он, грифель у него также выкручивается. Не нужно подтачивать карандаш, то есть легко и хорошо. Не нужно переворачивать и смотреть, да, какой оттеночек у грифеля карандаша. А просто достаточно взять карандашик в руки и посмотреть, какой оттеночек он имеет. Поэтому здесь абсолютно я рада этой новинке. Очень удобно, что сразу видно. Действительно, стоят они вот так, и сразу видно. Берешь губную помаду, видишь, какой карандаш тебе подойдет. А теперь давайте все-таки перейдем с вами к свотчам и посмотрим наши новиночки. Какие же цвета предлагает компания. Начнем мы с самого первого кода. Называется он Нюд 41147, у него цвет. И давайте посмотрим нюдовый оттеночек. Сильно я его выдвинула, они у меня новые. Вот это нюдовый цвет 41147. Смотрите, 41147, нюдовый. Берем следующий карандашик с вами. Это у нас уже будет 41148, карамельный. Карамельный оттеночек. И рядышком его наносим карамельку.
Вот он карамельный оттенок. Хорошо, мягко наносятся карандашики. Это карамельный. Так, поближе покажу. Это карамелька 41-148. Следующий у нас идет 41-149. Это у нас оттенок будет пыльная роза. Такой вот оттеночек пыльной розы. Да, вот он розоватый. Пыльная роза. Вот. Это 41-149. Пыльная роза у нас. И вот так, если сравнить, вот он, перевернули. Следующий оттенок идет 41-150, розовый, классический розовый. Сейчас мы с вами его и посмотрим. Вот он яркий, классический розовый оттеночек. Так, 41-150, это розовый. Следующий 41-151 малиновый. Итак, 41-151 малиновый цвет. Вот малиновый 41-151. 41-151 малиновый. Итак. Следующий у нас идет 41-152 оранжевый. Легко и просто оранжевый. Вот он оранжевый у нас оттеночек. 41-152 оранжевый. Настоящий оранжевый. Вот он. Следующий 41-153 красный. 41-153. Этот цвет у нас красный с вами. Легко, мягко наносятся они. Очень такой хороший, мягкий грифель. 41-153. Это красный. Сорок один 154. Это у нас пойдет вишневый. Это вишневый. 41-154. Вишневый цвет. Вот он вишневый. 41-154 вишневый. 41-155. Вот он. Видно? 41-155 сливовый. Это у нас оттенок сливовый с вами пойдет. Сорок один 155 сливовый. И последний, десятый оттеночек у нас идет 41-156 шоколадный. Итак, давайте посмотрим последний оттеночек шоколадный. Видите, как легко, хорошо наносится. То есть и на губы он точно так же легко будет наноситься на контур губ. 41-156 шоколадный. Итак, вот они все 10 оттенков. Давайте мы сейчас посмотрим, как в каталоге они выглядят. Итак, вот они 10. Вот она линейка из 10 карандашей. Карандашики у нас с вами. И как раз здесь. Они все хорошо. Так вот, ну вот единственный карамельный. Не совсем здесь вот так подходит. А так вот, если посмотреть все остальные, пробежаться, они довольно-таки четко выражены в каталоге. Вот они, наши карандашики с вами, по как раз таки по цветам. Только будут вот так, наоборот. Вот. Начиная от самых светлых
и заканчивая самыми темными оттеночками. Итак, вот они получились у нас сводчи с вами на новые карандашики для губ из серии The One, которые вышли сейчас в 12-м каталоге. Они обновились по сравнению со старой версией, как я вам показывала. Надеюсь, они вам помогут в выборе, поэтому, если полезен мой обзор, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь моим видео с друзьями. Нажмите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новых полезных видеообзоров. И до новых встреч, хороших вам покупок. Пока-пока!